Всем привет, друзья, с вами Роман Стелс, и это субботний олдскул что-то там. Олдскул суббота. И сегодня в олдскул субботу, в принципе, это до хрена чего суббота, сегодня не только будет у нас олдскул, в общем-то. Короче, будем сейчас проходить котят-ниндзя, как мы их называли в детстве. А так-то игра, конечно же, называется по-другому. Она называется Каято Ниндентаянде. Ни много ни мало. А в английской версии Самурай Пицца Кэтс. Мне больше нравится котята ниндзя. Потому что в японской версии они были не самураями, а ниндзя. Какого хрена их американцы сделали самураями? Непонятно. Но неважно. Наверное, американский рынок был перенасыщен ниндзями, например, черепашками и прочими. И они решили как-то это разнообразить, наверное. Ну ладно, не суть важно, нужно начинать играть, я так думаю, потихонечку. Так, пароль, старт. Я думаю, мы начнем. Блин, я на самом деле тащусь от этой игры очень сильно. Музыка офигенная, графика. Не побоюсь этого слова, офигенная. Анимация офигенная, все тут замечательно, сюжетик, краски, все очень интересно, геймплей, никаких задротских там каких-то моментов, перепрыгнуть через жопу, через ковырок, а потом выиграть. Играется очень легко и ненапряжно. Вот именно такие игры я, в принципе, очень-очень-очень ценю на Nintendo. Итак. А у нас, в общем-то, что есть-то здесь? У нас выбор уровня ни много ни мало. Это маленький Токио, это РПР Тролливали. И... Я это уже только что смотрел. А, понятно. Надо было назвать Select, чтобы, наконец, выбрать... нужного нам кота. Значит, кто у нас тут есть? У нас есть Ятаро, лидер котов-ниндзя, с двумя мечами. В общем, четкий парнишка. Вообще, у него один меч был в мультике, но там иногда было два, и здесь он иногда двумя такой ультует, короче. Есть еще... Как его зовут-то? В японской версии. Вы только японскую версию нам интересно, как зовут. Как же его, ёперный рот. Вот это Пурурун. Запомнить легко, в принципе. Девчонка Пурурун. А этот... Сукаси, по-моему. По-моему, Сукаси. По-моему. Могу ошибаться. Ну или Сукаши. В общем, Сука. Ши, Си, неважно. Ну, на первом уровне, по классике, по традиции, мы пойдем за Ятаро. В принципе, он мне из котов... Да не скажу, что прям он у меня любимый, но он крутой, он быстрый. Он быстрый. В американской версии его звали Спиди, если не ошибаюсь. Это скорость. Непревзойденную. Хабам. И музыка. Музыка, друзья. Ой, это просто. Просто роскошно. Я всех буду рвать просто в ноль. Что? Ладно. Мне что-то не покидает ощущение, что я что-то забыл. Я забыл чат включить. Охренеть можно. Как так? Ну ладно, возьмем жирного. Ра-бам! Пробьем здесь вот эту штуку. Переключимся обратно на Ятаро. Здесь опасно. Опасно! Бам! Мы сдюжили-то. Сдюжили. Быстренько, быстренько. Две секундочки. Блин, конечно... Телефон... Может сесть? Да, не сесть. Нормально все. Хватит. На прохождение котят-ниндзя точно хватит. Пам-пам-парам-парам-парам. Вот оно пошло дело. Та-та-дам. Даже уже кто-то смотрит. Уже кто-то есть в чате, кроме бота. О, это же Саня.
XL69, привет, дружище, если ты меня слышишь. Дискромчик. Но это музыка, XL69. Сань, пойми, это музыка. Музыка. Я просто... У меня в жизни любимые вещи. Видеоигры, комиксы, музыка, боевые искусства и японская культура, аниме и прочие манги и так далее. Вот. Костяк, так сказать. 5 штук. Поскольку музыка там есть. Ну и так далее. Короче, поехали дальше. Проходить я не знаю, кстати. Не знаю, удастся ли мне пройти эту игру. Я ее проходил, если честно, всего один раз в жизни. И то как-то на дурака. Так что-то сел на работе. Делать нечего. Думаю, ну ладно, давайте что-нибудь порублю. Запустил эмулятор и прошел, собственно говоря, с одного раза. По-моему, даже ни разу не сдох. Ну, может, сдох разочек другой. И затащил. А в детстве, кстати, не мог. В детстве что-то меня останавливало, я не помню что. По-моему, меня останавливал уровень. Какой меня уровень-то останавливал в детстве? По-моему, лабиринт, где бегемот-ерты такие огромные. На нормальной работе все гамуют. Да, было дело. Аксел Тессинан пишет. Да, так и есть. Так что, если вы, друзья, не можете... не имеете возможности, точнее, вам гамать на работе, значит, у вас работа ненормальная. Ненормально. Срочно менять. Это что? Это... Короче говоря, пользование... этими чуваками. Ну, короче, второстепенными персонажами. Толстенький. Бам! Как мне он нравится, толстенький, крутой. Так, это Нинго и сердечко. Нет, не надо напрягать толстого, сами поплывем. О! Мне почему-то раньше казалось, что это менты. Но не похоже, у них... фуражечки маленькие. Ну ладно. Это было раньше. Ай! Чуть не догнал и не схватил меня за задницу. Бам, хорош. Хорош. Ай! Какая музыка! Почему она так сильно бьет мне в душу? А вот это, кстати, ворон, это предводитель воронов-ниндзя, ни много ни мало. То есть мы хорошие ниндзя, а они не очень хорошие ниндзя. Так, ну остался у нас вот этот вот чувак. Ух, ничего себе, Никита пришел. Я думал, Никитос, ты только на этот самый, на Dark Souls придешь. В общем-то, босс изи. Да ладно! Никита, ты что, тоже играл в эту штуку? Тан-тан-таран! Пам! Ну тут треки, да, тут треки на самом деле очень ностальгические. Вообще вся игрушка пропитана прям вот этим чем-то таким. Еще бы затащить, был вообще шикарный был. Что эта игра делает со мной? Ну вот, типа, первый эпизод закончен, я уже там было написано. Так, второй уровень, третий уровень, четвертый. Второй, конечно же, пойдем. Я тоже, говорит, был молодым. Ты до сих пор молодой, такой же, как и я. Только молодой может прослезиться от треков этой игры. Старому это уже не интересно. Так что, Никита... все круто. Еще бы сюжет понимать. Хотя, в принципе, он и так более-менее понятен.
она не делает из меня кота. Эта игра не может сделать из меня кота. Если бы она делала из меня кота, я бы сейчас вообще спать пошел. Ну, нет, поел бы, поспал бы, и все, в общем-то. Эта игра, скорее всего, Сань делает из меня ниндзя-кота. Так, вот этот барашек, который стреляет ракетницами у себя из головы, это девочка, по-моему, в мультике была. В Норвегии человек с взрослым считается с 35 лет. Фига себе. Excel 69 какие вести несет нам. Ну, мы, конечно, не в Норвегии. У нас человек взрослым считается уже 16 лет. Тебе с 16 начинают уже впаривать, что давай, иди работай. Уже пора тебе работать. 18 лет пора уже и рожать, там, семью, ипотеки, кредиты. Ну, это ладно. Так, первый уровень мы тащили за Ятару. Теперь мы пойдем за... Как я его назвал-то? Сукаси? Мне нравится Сукаси. Сукаси как-то много С очень. Пусть это будет Сукаши. Сукаши лучше звучит, чем Сукаси. Пойдем за него. Хабам! Ой, музлон, блин! Нинпо. Тихо! Там ящики, они будут мешать мне преодолеть. Спокойно. Бьемся насмерть. Хорош. Хана! Есть. Эта белка опасная. Опасная, я вижу. Вижу по лицу. По лицу видно, что опасная. Ну, хотя даже это может быть и не белка вовсе, но... Нужно нам вот эта нимфа. Да, пригодится. Выпрыгивай. Как тебя там? Сукаши! Ныряй! А чё мы не можем выпрыгнуть? В чем причина? А, надо зажать кнопку, и тогда он щух вылетит. Та-та-та-та-та-та. Ну ладно. Так, все, поплыли вниз, я немножко чатик почитал. Народ общается, все круто. Ну а мы, в общем-то, тащим пока что. Нам даже никто полсердечка не снял, но это временно. Еще будет на нашей улице не праздник. Ой, вот это серьезное дерьмо, вот это серьезное дерьмо. Так, ну-ка нахрен. Пам, пам, пам. Не с тем связался, ублюдок. Ай, ты чё? Скорость. Это только... Это не ниндзюцкая скорость. Не зря я обучался этому. Пам! Мы только вылетели, он прям вплотную. Бах ему! Нет, он не выстоял. Не выстоял против нас. Тихо! Нормально. Вообще. Кстати, я знаю, как зовут этого кота. Его зовут Неги. Вот из всех вот этих вот помощников, из четверых, из толстенького, рыженького, летающего и морского, я знаю только то, что вот как зовут вот этого. Его зовут Неки. Остальных не помню. Знал когда-то, но уже хрен. Так, ну-ка. Абам! Кофнул. Так, еще одна нинпа нам нужна, но мы там, по-моему, не пройдем дальше. Там ящики. Или пройдем. Охрена лысого, ничего мы там не пройдем. Ладно, со здоровьем смахнемся. Абам! Три раза. Вообще шикарно. Шикарно! Здесь надо перепрыгивать, там будет лететь какая-то хрень, и нужна ли она нам, не знаю. Ладно, оставим в покое вот этот опасный чувак. Блин, это очень опасный моб. Он может снять нам сердечко. Хорош! Вынесли! Бам! Скорость ниндзя. Только скорость ниндзя позволяет мне... Хапам! Как с прыжка вообще, с наскоком... зонтом этим. Тихо ты, нет, тише будь. А здесь, здесь рыбка, босс, да, я помню.
Ну тут они общаются о том, что я это та-та-та, нас это, а ты вот это. О, вот видели глюк? Глюк был небольшой, такой из иероглифов сделанный. Анимация. Первый раз вижу такое. Рыбка, вылазь. Ха-бам! В смысле? Я хотел тебе верхушный удар замутить. Умри. Не получилось. Все-таки она нам сета, но это те-те-те, потому что я это не умею играть. Такую музыку, паперля. Ладно, неважно. Но было так круто, мне вот эта музыка нравится. Короче, ворона все время взрывают. То его барашка взрывает, то его этот самый, как его, лис, хренис, сырный какой-то чувак, в общем. Как-то так его звали. Тоже, мне жалко этого чувака. Он предводитель ниндзя, с ним так обращаются. Не пристало так обращаться с предводителями ниндзя. Как-то так. Инди, привет. Привет, Инди, рад видеть. Когда DC будет? Боюсь то, что DC-шка, наверное, только в следующем сезоне будет. Я буду хранителей проходить. Хотя, может быть, и раньше. Может, и раньше. Посмотрим. Так, ну что, третий уровень, пошли. И в этом уровне, к сожалению. Ну что, к сожалению? Нормально. Но за нее там сложно играть, но все-таки надо пойти подраться. Короче, мы пойдем играть за Пурурун. Пурурун, мы же ходили первый уровень Ятара, второй уровень Сукаши. И третий уровень Пурурун будет. Ах, этот Dark Souls. Dark Souls будет 2 часа, все верно. Ну как мы только закончим. Как мы только закончим с котятами ниндзя, сразу будет Dark Souls. Ну там, с перерывчиком в 5 минут, может, 10. Я просто привык, что DS это DC, а я как бы фанат DC-шечки, как бы пинь. Вот, и поэтому я подумал то, что это вообще что-то меня переклинило на канал, на ютубский. У меня там рубрика DC Comics есть, и я как бы подумал, может, чувак про DC спрашивает? Вдруг Никита смотрит мой ютубский канал? Поэтому я тебе так ответил. Для меня пока еще непривычно, что DS это Dark Souls, мазафака. Вот если бы написал DS 2, я бы понял. Ну ладно, не суть, не важно. Не про Dark Souls сейчас. Сейчас не менее раздирающая жопу будет каточка, так сказать. Второй уровень, третий уровень. Играем за Пурурун. Пам. Па-пам-па-па-па-пам. Она очень хороша в ближнем бою. Она сразу два удара хреначит. Привет. Но вот что касается скорости атаки. Слишком долго, она задерживается. Ладно, погнали. О, вот это очень серьезно. Это очень серьезная атака. Да, но конечно ты... А ты что перепрыгиваешь через меня? Ты хочешь меня атачить или ты хочешь что? Надо этого убить. И тебя убить за то, что ты меня в лицо мне прыгнул насмерть. Ты охренел, что ли, котел? В смысле? Инди пишет, Ромашка, заберешь свою посылку с почты. Она что, уже там? Пока уведомление не приходило, не знаю. Не знаю, уведомления не было. О, да ладно, Никит, ну это чисто по желанию. Если хочешь, то приходи, посмотри канал. Если не хочешь, то не надо. Вот
там есть что критиковать, в общем-то, поэтому... Поэтому добро пожаловать в любом случае. Па-па-па-пам. Вот это да! Что приходится делать? Па-па-па-па. Все равно, блин, да что ж ты будешь делать-то? Я все время забываю, что надо зажать кнопку для нормального прыжка. Быстро, раз-раз, чтоб не задели. Зажать. Молодец, Ромашка Стелс. Па-па-па-пам. Вот этого стоит ли убить? Не знаю, очень хочется. А. Па-па-па-пам. Ай! Вот это я, короче, блин! Жесткая катка, очень жесткая. Я прям даже не возрадовался. Успеем, да. Здесь можно, короче, налево, по-моему, сходить, да? Хрена тут нельзя. Ну ладно, ну ладно. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Так. Вот этот вот кот Бэтмен. Ай, куда ты, ёперный, налево через тапки, я не знаю. Какого хрена, как я так прыгаю-то? Интересно. Ну-ка, раз, пам. Пам. Все спокойно, стой на месте. Я помню, я этот уровень не любил. Не любил в детстве по той простой причине, что тут босс. Такой неприятный, неприятный молодой человек. Хотя нет, наверное, даже не человек молодой, а... Наверное, все-таки девушка. Даже, возможно, не молодая. Короче, там огромная бронированная свинья. Так, я знаю то, что там можно туда-туда-туда, но там надо нинпо забрать, надо нинпо забирать. Оп, перепрыгнули. Ты думаешь, я не ниндзя, что ли? Получай в рожу нахрен! А сейчас, в общем-то, скиллы и пойдут. Скиллы так и пойдут сейчас. Ладно, погнали. Пам, пам, пам. Па-па-па-па-па-па-па-па! Хорош. Дальше. Та-та-та-та. Вот здесь нам пригодится летающий кот, но фак. Нам бы нинпо где-то взять. А есть где-нибудь нинпо? А! Здесь же уже конец уровня, по-моему. Пам-пам-пам-пам, добей, молодец, Бэтмен. Кот. Нет, тут уже финал. Финал, финал. Мы не взяли нинпо еще. Ну ладно, мы так справимся, нам похер. А, я помню, что ты на жеватель или это полфаешь. Катишься. Да, у киски какие-то царапалки неуверенные. Неуверенные. Но она вообще, она в мультике и в манге, она вообще была такой дальнобойник. То есть она издалека чук-чук-чук кидалась сердечками всякими там. Ну, сюрикенами в виде сердечек. Вот, и всякие у нее там какие-то арбалеты, что-то такое у нее там было, в общем, дальнобойник она. Вплотную в основном мужики дрались, она издалека. Но вплотную она тоже когтями работала. Ладно, посмотрим, что сможем сделать. Во, вот этой хренью, бумерангом. Ах ты скотина! Та-та! На! Та-та-та! Зачем я спешу? Зато я задамажил хрень. Ой, да нифига себе, а чё так много-то? Она. Кыс-кыс-кыс. Спокойно, со спины, пам. Вот так вот отправляй её нахрен отсюда! Я чё-то сейчас не возрадуюсь, мне кажется. Тихо, спокойно. Тише будь, бич! О. И вот почему-то... Вроде вырос, вроде скиллы какие-то появились в руках. В принципе, да, ну, прокачался. А третий уровень все равно мне самый сложный, кажется. Как так? Бэткот, точно, да. Я так и буду. Ну, она очень, очень звук похож очень на это. Пам-пам. Так, ну все, четвертый уровень. Будет
у нас там лесной бог Тенгу. Босс. О, вот это, короче, принцесса. Такая она своеобразная в манге и в мультике. Короче, она это, типа... капризная, избалованная, все как положено. Если кто-то не нравится, его сразу в ссылку отправляют. Ну, такая, в общем. Типичная. Это же Нека, кыс-кыс-кыс не прокатит, пишет Инти. А в Японии как-то по-другому кошечек зовут. Ну, если подзывают. У нас кыс-кыс-кыс, а у них как-то по-другому. Я не помню как, надо загуглить. Пам-пам-пам. Так, ну что, Вятар, настало твое время. Ай, я не могу, не могу просто от музыки от этой. Таракан огромный. Хабам! Ну как так-то? Я стриминговал, все верно. Обидно по роже получить от вас, друзья. Бам, я с тобой справлюсь. Абам еще раз. И абам. Абама? Что? Так. Давай, толстенький, вообще молодец. Вот сейчас будет чувак. Бам! Вот только так можно с ними справляться. Это серьезно, серьезно, все, бам. Серьезно, хоп. Так, нинпа. Вы видите? Видите скиллы? Скиллы ниндзюцкие. У меня в руках и у Ятара. Кто вот так приземлиться может сходу? Котел, яйцо давай. А из яйца белка? Я хотел... А, из яйца можно что-то другое выбить. Так, из этого яйца что-то вкусное, да, нинпа. Так, опасные осьминоги пробегаем, не хочу связываться. Ай! Прям перед глазами мечом махнул, все четко было отработано. Та-та-ра-та-ра-та-та, есть там что? Да там нормально что? Нам нужен этот. Нека нужен. Неки. Неки, разберись там совсем. Бам! Красава. Красава. И жизненочку-то бам. Это не жизненочка, это... Это самое... Как ее? Сердечко. На. Она. Да как так? Вроде успел по яйцу попасть. Хорош. Вот это офигенный моб. Я его все обожал. Это какая-то штука, которая моет башку. Где еще вы такое найдете, друзья? Никогда в жизни. Так, ну спокойненько. Хорош. Давай сюда обратно. Я вообще не знаю, зачем я с тобой махаюсь, но почему нет? В Ниндзя Гайдена... Сань, я уже говорил на стримах и на своих видео в Ютубе то, что... Блядь, я тебя не взял! Ладно. Блин, я думал, сейчас повторное вылетит. Хер там. Графон прикольный. Мне нравится здесь локация. Бэкграунд классный. Бам! Я так все запорол, короче. Свою ульту просрал на сюрикены. А не надо было сливать ее, да, Никит? Ну ладно, я не буду в следующий раз. Не, если она будет стоять у меня на пути, я ее убью. Но в этом случае она стояла у меня на пути, на самом деле, Никит. Я должен был убить зеленую девочку с огоньками. Тенгу. Сразимся, Тенгу. Бейся со мной. Пара-ба-пара-ба-ба-ба. Чисто в рукопашку, чисто в рукопашку. Без ульт, без всяких хрен ульт, без
спешалов, хренешалов и сюрикенов чисто рукопашка. Только скиллы, только скиллы. Пам! Пам! О, попал по мне своей хреновиной. Стоп, спокойно. Па! Нормально, держимся, держимся. Та-та. Хорош. Зря я побежал там, но почему-то он сам побежался. Пам-пам-пам. Ну все. Тенгу побежден, в рукопашечку, все круто. Она миленькая, да, я согласен. Та-там-там-там. Так, что у нас по чату интересненького? Ну, все нормально. Там какие-то, про какие-то посылки из секс-шоп. Аксел Секс-Семен пытается Индии. Видимо, хочет себе какой-нибудь... Да, а может быть и нет. Аксел Секс-Семен, зачем тебе что-то из секс-шопа? Там обычно для женщин все продается. Даже босс АДС отдыхает по сравнению с Тенгу. Ну, по крайней мере... Да нет, все четко. ДС-2 нормальные боссы. Я видел только одного, я его убил. Но что-то мне подсказывает, Никита, что в Dark Souls 2 я еще не раз умру от руки босса какого-нибудь. Распятый японский дед, ужас какой. Что ты, о чем ты? О чем ты, Саня, что ты говоришь такое? Импактик, привет. Так, мы пока уровень выбираем. 5, 7, 6, 5. А, кстати, в 5-м музыка офигенная. Везде музыка офигенная, о чем я говорю. Пам-пам. Поехали. Иди. Ну бери, бери еще одного Александра в копилку. Почему нет? Импактик, короче, тренировался с геймпадом в Street Fighter. А ты геймпад купил? А, точно, ты же говорил. Никита пишет то, что в Dark Souls 2 великан был чушок. Я, в принципе, это понял. Так, мы ходили сейчас за Ятаро. Осилит ли Сукаши уровень 5, который называется Золотая лихорадка? Осилит ли? Нет, я пойду за Ятару, там будут моменты. Оп, оп, вы видели, да? Скиллы-то какие? Чук-чук! Право-лево сразу. Хана! Не! На скорости. Так, нужно ли нам вниз здесь? Пока нет. Пока возьмем Нинку. А можно, кстати, сразу еще одну взять. Чё же мы? Бэкграунды какие. Японские. О, вот этих пружинок не любил. Этот чувак должен упасть вниз. Сердце нужно? Не нужно. О, ну наконец-то пригодился рыжий чувак. Поехали. Бара-бара-бара-бара-бара. Так, сапапа, я тарочка. Лево-право, вниз, справа-направо надо бежать. Все время надо бежать направо-направо-направо-направо. Потом на лесенку. Направо-направо на лесенку. Надо помнить момент вам. Направо пойдем. А что внизу здесь? Надо просто глянуть, просто чекнуть.
Ну-ка, поехали. Хапам! Готов. Ой, вот эта девочка, кстати, но она не очень симпатичная. Надеюсь, Никита не обидится, что я ее офнул. А та была прикольная. Бам! А вот так вот, как вот, как вот так вот дальше жить? Вот сюда. Гуся убиваем. Ра-ба-ра-ба. Тихо, я тарочка, не надо так делать со мной. Ах ты, скотина, чуть не попал мне по ногам, но мы выстрелили, Бам, бам, бам. Вот здесь наверх надо. По-моему. Да, ромашка стелс еще все помнит. Хабам! И здесь тоже надо наверх. Спокойно. Мы все сделаем четко. Да как так? Он с разбегу с той стороны. П! Я не знаю, я хотел сказать про него по-другому, матерно, но решил не ругаться матом. Пам! Моет бошку. Это очень серьезный моб. Очень серьезный моб. Это мид-босс, можно сказать. Вот видите, что творится. Уже огребаем. Жирная бабища в зеленом, а не милая девочка с зеленым огоньком. Да, Никита, ты прав. Не зря мы ее... Ну-ка, ультуем. Да ты что? Пусть он пустит эту штуку. Бам! И сразу ульта, сразу. Хана! А как дальше? Хоп! Я ниндзя. Я великий ниндзя, я даже больше скажу. Пороже. Ничего страшного. Пороже. Та-ра-та-ра-та. Все, готов. Хвост отрезался у тебя каким-то образом. Опять взрывы. В каждой катсцене взрывы. Это круто. Поехали дальше. Саня. Импактик, кстати говоря, сегодня Стритфайтер. Будешь болеть сегодня за меня? Я буду пытаться тащить, пройти ее. Я даже знаю, где я буду там... умирать много раз. На ком? У меня самый главный враг в Стритфайтере 2 это Вега. Мне даже хрен с ним М. Байсон в конце. Но вот Вега, ты просто... Ну ладно, мы сегодня еще столкнемся с ним, посмотрим. Если что, будешь помогать. Штанцы зачет? Ну не дам, нет, они мне нужны. Штанцы, говорит, дай погонять. Не пойдет так. Нет, Саня, не могу. Чет изи, Роман, ну блин. Игра в принципе несложная. Ладно, я пойду в 6 уровень. Никита, игра в принципе несложная, поэтому, ну, понятное дело, изи. Пока что. Потом, может быть, пойдет оно как-то и посложнее. Потому что это не серфер. Ну, знаешь, кстати, серебряный серфер я пробовал. Он сложный, но... Он неприятный даже больше, чем сложный. Там музон крутой, а вот сам геймплей неприятно играть. Просто. Не вызывает удовольствия. Ну, что касается серебряного серфера. У нас тут какой-то Дом 2 сейчас в чате происходит, честно признаться. Народ ищет свою любовь, ни много ни мало. Папа. Ну ладно, а я пойду в игрушечки играть, как это и было всегда в моей жизни.
Вот этот Лис, кстати говоря, он, по-моему, он не является финальным боссом. Если я не ошибаюсь. Игру проходил всего один раз, поэтому не могу сказать. Не могу сказать. Не могу. Так, ну чё, здесь-то кем пойдем? Кем пойдем здесь-то? Здесь-то, здесь-то. Ну пойдем же за сука... Подождите, за какого сукаши? Я не помню шестой уровень. Это лабиринт? Если лабиринт, то за сукаши можно идти. Если там что-то другое, то лучше не надо идти. Ладно, пойдем за сукаши. Сукаши затащит. Охренеть, это не лабиринт. Ха-ха-ха! Ладно, нормально. Пошли тащить каточки. Это, по-моему, корабль какой-то пиратский. Вы видите, меня уже рожу набили. Тут нужна скорость. А сукаши, он мощный, но... Хуэл, шуй, банан, ёпта. Хоп-хоп-хоп! Да, да, нет, скорости не хватает. Не хватает скорости сукаши. Но он мощный, мощный. У него ульта самая мощная, кстати. Кто бы что ни говорил там про Ятара с его мечами. Но... Да твою пружину! Но у сукаши помощнее будет ульта. Бам! А-бам! Красиво! Ты все-таки... А, ты тут, в смысле? Почему ты упал вниз, когда ты не должен был падать вниз? Скажи мне, пожалуйста. Бам! Бам! Второй пошел. Бам! Нам тут жопу надирают, кстати говоря. Удивительное явление. Надо собраться. Прости, девочка, прости! Прости меня! Да твою мать! Так, ладно. Ладно, я понял, что надо делать. О, сразу два сердечка мне в это самое, в пиндюрили. Хорошо. Just go. Нет! Нет! Как я увернулся-то, нифига себе. Нет, все-таки... Девочка, ты мешаешь мне пройти, девочка! Ладно, мы не будем ее убивать. Не будем. Никита будет нами доволен. Нахрен! Хорош, задамажили всех троих. Бам! Спокойно, нужно нам это или не нужно? Нужно или не нужно? Ладно, давай, пошел. Неки, гоу! Прин! Спокойно, спокойно все делаем. Все делаем вообще спокойно. Бам! Бам! Пара-пара-пара-пара. Слушай, тут есть подводный проход, и там... О, еще девочка под водой, которая стреляет огнем. Она Никите понравится очень сильно. Надо сюда ее выманивать, сюда выманивать. Dark Souls. Никита, Dark Souls. Мы выманиваем, агрим на себя девочку. Она сейчас выйдет, мы ее оббежим и убежим от нее, и не будем убивать. Just for you, man. Бам, хорош. Вот этого надо убить, мне он не нравится. Так, там есть еще воздух. Ну, не воздух, а в смысле... Красава, молодец. Неки, молодец! Я тащусь от тебя просто. Единственный кот, который не боится воды. Прынь! И сразу к боссу, кстати. Опа! Нифига себе! Стрим соединяет сердце. Ах ты, тварь паршивая. Неки, убей его. А, вот так вот. Вы видели, он пим-пим-пим-пим делает. Неки, тащи, тащи, Неки, тащи. Хорош. По славу водяных котов, я не знаю. Погнали. Блин, Никита, забываю про таргет все время. Это прям возвращение к Dark Souls второму. Я прям забываю. Ничего, ничего, Никит, я постараюсь. Так, вот здесь лабиринт. Вот здесь...
лабиринте точно Сукаси не поможет. В лабиринте нужен все-таки Ятара. Мы очень мало играем за Прурун, но не особо эффективен персонаж. Вот, кстати, она. Может, за нее сходить? Тяжелая будет катка, если за нее пойдем. Ох, тяжело будет. Ох, тяжело. Я тут, судя по всему, по первой катсцене, тут что-то мужики друг с другом, девчонки друг с другом общаются. Я молод, мне 27, нифига себе, Никита молодой, везуха. Везуха! 27 лет, блин. Где моих 27? Так, ну ладно, раз уж я подумал за Пурурун пойти сейчас в эту каточку, тем более здесь лабиринт. Ох, тяжело будет. Непосильно тяжело. Ладно. Охренел, что ли, стреляться? Пам-пам-пам-пам. О, нифига. А я и забыл то, что тут такая подстава бывает. Спокойно делаем, спокойно все делаем. Здесь надо все делать спокойно. Она все равно кыс-кыс-кыс делает. Сколько? Два удара она делает за раз. Это круто. Так, рты бегеможьи. И она царапает еще поверху царапает. Хотя, может, она действительно эффективнее для этого уровня, не знаю. А если здесь, то что? Нимпа. Ой, как здорово! Я тогда еще одну нимпу, пожалуй, сейчас же возьму. Почему на стике? А у меня Xbox-овские, у меня адаптированы под файтинги стрелочки. Хотя нет, они иногда, конечно, косячат, согласен. Я понял. Ну, про Street Fighter это потом. Пока проходим котов-ниндзя. Не, в принципе, я в Street Fighter привык на стрелках играть, честно признаться, поэтому... А! Напугал банан, ёбашный. Ах ты скотина, ты еще и угадываешь мои движения. Этот... А, барабанщики пошли. Надо тебя убить, ты мешаешь. А вот это на животе я поехал. Однакось. Безумные белки. Бам. Они мне, кстати, вот эти белки напоминают одну девочку, которую я знаю. Так, нам здесь нужно... В центральную. Сначала в центральную. Ах ты, яйцо! Мы, кстати, миновали яйцо. Подожди. Спокойно делаем все спокойно и с кайфом. Значит, сюда. Да, надо, потому что сердце надо. Еще одно надо. Зачем, непонятно, но... Вот теперь нужно в середину. Бам! Да белка! Так хочется ее Катей назвать. Но похоже, пипец на Катю. Так, давай стрелу свою пускай, или кто там, флеш-значочек. Флеш-эмблемку. Пам-пам-пам. Пам. Подожди, нет, не крутись. Бейся, как мужчина лучше. Минуем! Фак! Мой мозг! Надо летающего там брать. Так, бананы. Куда? Бананы в пижамах, кстати говоря, была такая передача раньше. Возможно. Никита ее помнит, возможно, и Инди ее помнит. В связи с возрастом. Что ж такое? Ну ладно, мы там нафармим. Жизни нафармим. Пошел в нахрен. Так, Катя. Я буду этого моба называть Катя. Мне похрен. Пам, пошел. Хорош. Тихо. Плохо, все сейчас вообще плохо кончится. А,
на скорости сделаем. Тихо. Сделаем все четко. Стреляет. Бам, хорош. Нет! Скотина! Я ненавижу тебя и всех, с кем ты был связан когда-либо. Пошли, спокойненько, пошли. Птичку убьем. И дальше. Спокойняк! Есть одна нинпа, но нам она не нужна. Нам бы. Ой! Мобкат, нет, зачем я сюда вообще пришел? Какого хрена? Моет башку, нам она не нужна. Не нужна, прячемся обратно. Так, понятно, по-моему, там четвертая. Раз, два, три, четыре, по-моему, в эту нам. Хрен. А какую, в третью? Раз, два, три. Да, в третью, значит. Так, жирная с огнем. Никита их не любит, значит, можно их убивать, все нормально. Кстати, как там чатик-то вообще поживает? Да, появились, конечно. Да, импактик, новые подписчики появились. Вот этот чувак, это какой-то злостный изобретатель, и он изобрел вот эту хрень, которую сейчас покажут в катсцене. Магнус пришел. Здорово, Магнус. Рад видеть тебя, дружище. Так, ну что? Серьезная девчонка, очень серьезная. Но зато по ней сразу продамажить можно серьезно. А почему? Потому что мы играем за Пурурун. Вот она в чем кайфец-то. За нее действительно тут катку тащить, только и тащить. А ну-ка, ульту! Пара-пара-пара. Чё ж я раньше-то за нее не играл на этом уровне? Вообще изи разъебал! Как говорят там, в КС, дотах и прочих вещах. Я хочу в японку, я хочу, Магнус, в японку играть. Я хочу. Да, ты мне скидывал, у меня он есть, грамотный перевод этой игры на английском, все как положено. Вот, но я хочу в японку, потому что в детстве я играл в японку. Я хочу супер ностальгию, понимаешь? До мелочей. Ну, практически до мелочей. Никита, куда ты собрался уходить гордо в труселях? Скажи мне, пожалуйста. Зачем ты уйдешь в труселях, да еще и гордо? Не надо, не уходи. Оно того не стоит. Я не знаю, о чем вы там говорите про между собой, но уходить вообще плохо. Так, ну чё, мы, по-моему, где-то на последние уровни сейчас выйдем, да? По идее. И тут надо грамотно подобрать персонажей. Я пойду за Ятара. Это были маленькие капитанчики. Ай! Эти бананы уродские. Бам. Да ну ты в смысле? Иди сюда нахрен. Ты очень крутой парень, я тебя недооценил. Недооценил. Рыжий пошел. Хоп. Маленькие капитанчики. Погибли. Моет башку. Хорош. Кстати, он ее быстро офнул. Вот это полезная штука. Нам она нужна. Нам нужно их две. Ну как бы нам так это сделать бы? Курочка танк.
собственно, тоже не встретишь не каждый день. Здесь можно, кстати, фармить. Нет, не можно. Опять с тобой драться. Блюдок чертов. Она, хорош. Все четко. Самое интересное, не понимаю, откуда брать жизни. У нас их есть две, и есть до конца. То есть сдохнешь, и все, будет у тебя ноль. А еще не... По-моему, континью, кстати, нет. Надо было убить мыльную голову. Пам! Хорош. Пам, пам. Так, курочка-танк. Еще одну я возьму и повторю вот этот вот заход. Так уж и быть. Но зато у нас сразу прокачанная ульта есть. Нас, псина, я думал, ударишь меня. Но не ударил, не ударил. Рыженький пошел. Рома говорит, я даю 150 душ, и мы не открываем этот ящик. 150 душ мало. 150 тысяч душ. Согласен. Так, ладно, народ общается между собой, и это хорошо. Это же наоборот. Это даже лучше, чем общаться со стримером иногда. Ты что со мной общаться-то, я сижу и играю вообще. Меня не должны отвлекать, что я сделал. Зачем я припрыгнул сюда нахрен опять? Там же вниз лесенка. Я думал, там через верх. Вот дурачок. Вот это я сейчас усложнил себе жизнь, конечно. Тихо! Хорош вообще прыжок веры. Прыжок веры. Ну, ниндзя, в принципе, на это способны. Бам, хорош. Здорово. Бам! Есть. Все, вот теперь не лажаем. Сейчас пам-пам-пам, птичек убиваем сразу направо и вниз на лестницу. И все четко будет. Маленькие капитанчики. Мыльную голову сразу будем убивать или не будем убивать? Вообще, стой! Вверх еще раз. Катя. П-птички. П-птички, кстати. Курочка танк нам не нужна, сердечки не нужны. Ульту собрали, все, пошли вниз. А, барабанщик. Ларс Ульрих. Бам. Собака. Кстати, нам туда не надо. Нам туда не надо. Зачем нам нимфа и красивая девочка? Не знаю, как быть. Не знаю, как быть. Все ради Никиты только. Я, кстати, не знаю, там какой-то секрет, видимо, есть. Пойдем туда. Ну, по сути, главное пройти. Стой. Бам, бам, я тебе говорю. И тебе тоже бам. Сделаем. Ох ты, собака, какой-то хитрый чувак. Я даже не знаю, кто ты, что ты. Ледяной хрен, бам. Вот нам здесь вообще не надо ничего делать. Хач! Перепрыгнул. Красиво вообще. Это уже синяя Катя, это уже серьезный моб. То есть в любом случае. Ладно, поехали. Папа! Кстати, он офнулся. Что внизу? Внизу вот эта штука, но нам она нет. Нам нужен вон тот приборчик. Ты что, охренел что ли? Я вообще не знаю, куда нам идти. Бам! Ты меня пугаешь, на самом деле, чувак. Плохо, у нас дела вообще плохи. А зависит еще от того, какой будет босс. Кати! Хорош, зато здесь есть сердечко и мыльный чувак. Так ты можешь... Хотя нет, в принципе, все логично. Пи-пи-пи! Здесь, по-моему, сейчас наверх и опять ко льду, да, к этим. Ох, ёптую там народу. Вообще всех порвал нахрен. Вертел всех на гениталиях просто. Бам, хорош. Бам, хорош. Ай, не. Ну, нимфа, в принципе, у нас. А, вообще, не, Ятара здесь наваливает. Наваливает всем по чайнику, и мы заходим полные жизни. Ульта есть, все круто. Так,
4 крутых ниндзя-чувака. Вот это будет офигенный махач. И они морфятся в одного крутого робота. Но это Япония. Это Япония, и это потрясающе. Охренел? Паскуда. Умрешь все равно, ты же это понимаешь, да? Бам! Что же у нас дальше-то? Дальше я что-то не помню, на самом деле, игру-то. Я помню то, что там что-то еще летающий корабль какой-то будет. А, нас потом еще всех убьют, но мы воскреснем. Ох, что творится-то? Мы там все аж на измене. Саня, я подтверждаю, что Инди не мужик. Я ее знаю много лет. Это очень девушка. Так, вот этого кита я помню. По-моему, вот на этом ките раньше в детстве я и все время и... умирал. Блин, наверное, Инди спалила. Она, наверное, хотела поиздеваться над Никитой и Саней, а я ее сдал как посуду. Ну ладно, не важно. Мы вообще играем в игрушечки. Пусть народ общается в чате и кайфует. Это же меч ятаровский. Ятаровский меч. Катана. О, вот это нифига крутой супер костюм. Я, кстати, его видел. Он же был в мультике-то. И нас сейчас из пушки запустят, кстати говоря, прям туда. Да, я помню этот мультик. А вот это, кстати, владелец самой пиццерии, где работают котята-ниндзя. Если кто не знал. Симпатичная тяночка. Блин, Никит, прости. Никитос, прости меня. Я не знал то, что у тебя включена консоль, и то, что ты отвлекся из моего стрима на мой стрим, и она у тебя выключилась по тайм-ауту, и... Братан, моя вина, виноват. Все, извини. Смотрите, во что мы морфимся в страшное. Страшное в хорошем смысле. В смысле, мощное, крутое, безумное. О, и вот эти тоже морфнулись. Вообще, смотрите, в каких крутых чуваков. Поехали убивать. А ты Alan Wake проходишь? Никогда, кстати, не пробовал Alan Wake. Так, с кого мне дальше-то пойти? Куда дальше пойти? Пурворун отлично себя проявила, отдыхает. В лабиринте она очень затащила четко. Может быть... Сукаши? А вдруг это финальный уровень? Нам нужно что-нибудь... Ятаровское нужно. Сложный выбор.
сложный выбор. Но я, пожалуй, к чатику обращусь. Чатик. Я, конечно, извините, что отвлекаю вас от общения. Не подскажете ли мне, за кого мне пойти в этом уровне сыграть? Выберите вместо меня Ятаро, Сукаши или Пурорум. Магнус говорит, Ятаро, давай. Ну, я, в принципе, не против. Пока проголосовал только Магнус, и я с ним согласен, что надо за Ятаро идти здесь. Но, в принципе, он мне ближе как-то лежит. Вот-вот. Для этого левела. Ну, Инди за девочек голосует. Никита за Ятаро. Инди, 2-1. I'm sorry. Розовый отработал уже свою программу. Короче, го тогда за Ятаро, действительно. Вот здесь что-то сложное будет, походу, да? Ух ты, стаймингал, хорошо! Неплохо, Ятаро. А не зря тебя называют Спиди в американской версии. Это, по-моему, не последний уровень, или последний все-таки. Сюда нам надо? Вообще надо оно нам сюда? Я боюсь, я сейчас на шипы грох. Да ну нахрен. Пойдем сложным путем. Давай вниз спускайся, я убью тебя. А, один хрен, все равно нам вниз лететь. Ну так проще. Так интереснее. Стоять на месте. Воу. Есть наверх? Нет, наверх. Плохо дело. Я думал, я буду вытягивать наверх, чтобы жизнь не потратить. Больной человек. Просто пипец. Ну ладно, нормально все. Там где-то сердце было, поэтому... Все, с кайфом. Так, таракана офаем. Сейчас будут вот эти вот хреночлены. А потом сердце вон там, подальше. Стой! Бьемся, как мужчины. Ништяк. Забираем сердце вниз, бам-бам! Не достанешь меня, не возьмешь меня. А ты умрешь, кстати, если вниз? Ну, базар ноль. Бэткот, выручай. Па! Стой! Нормально все, нормально. Ятаро, лавкач, Ятаро, спиди, скорость, хренорость, вся фигня. Нам бы стоит взять эту штуку. Пригодится. Более летающий кот, у нас тут как бы все с кайфом. Ларс Удрих! Нормально. Не так сильно он нам потратил, Ларс Удрих, но... Нормально все. О, курочка-танк, это вкусно. По башке получил Ларсом Ульриховским звездочкой. Так, Нинпа это хорошо, Нинпа это замечательно. Пожалуй, сразу еще одну возьму. Чтобы хоть! Вот это ты нормально сделал. Тут какая-то... Стой! Прошу тебя, не умирай. О, сердце! Вообще, игра просто тебя как бы... Не обижает. А как мне здесь-то преодолеть всю ситуацию? Да очень легко. У нас есть бэткот! Прыпи! Есть у нас еще... Пока так. Пока чисто на прыжках, если что, да. Ятаро пошел. Вот это плохо. Здесь все плохо. Нет, нормально. Нужно нинпа. В принципе, практически пол. А нет, оно еще есть полное. Ну ладно.
Так. Кстати, сливаем. О, тут опасный чувак, вот этот опасный маскируется. Ах ты, ни хрена себе, ты как ты стал быстр. Ты стал очень быстр. На! С этими жизнями мы заходим к боссу. Вот это опасный, он выглядит опасно. Так, ну народ там пошел уже про трусы, про сиськи, про все, что положено. В общем, обычный нормальный рабочий чат. Мне нравится. Ну а мы тем... Вот это я, конечно... Я сам в шоке, Курурун, я с тобой согласен. Там он в тени выглядел дейнджерос вообще. А здесь такой хрен с гитарой, я уже и забыл. Смахнемся, их тут, по-моему, несколько будет, да? Или один? Но он опасный босс, вроде бы как. Я даже, мне, по-моему, с ним проблемы возникли. Да, у него самовыводящие сети. Здесь, кстати, хорошо помогла бы Курурун. Блин, надо было инди слушать. Пошел нахрен отсюда! С прыжка! Нет, не возьмешь прыжка. Я дал зажать себя в угол. Два сердца нам хватит, вообще изи. Нормально. Вот с Курурун мы бы его вообще просто поставили на... в определенную позу. Пинь! И выиграли бы у них. Вот он, финальный уровень-то, оказывается. Так, ну чё, а здесь за кого идти? Так, чатик, подсказывай мне, за кого идти. До этого надо было идти за Пурурун, это я уже понял. Хотя на уровне было бы тяжело за Пурурун вытащить. Поэтому тут спорный вопрос. Опять за Ятару идти? Он, в принципе, крутой. Мы вообще за Сукаши сколько раз ходили? Один? А нет, два раза мы ходили за Сукаши. И два раза за Пурурун, а за Ятару ты хера раз ходили. Но это последний уровень, десятый. Десятый должен быть последним уровнем. Ладно, чатику вообще, честно говоря, не до игры. Поэтому я беру Ятару, и мы идем тащить 10 левел. Ох, это музыка. Ах ты, клоун. Ай, котел. Спокойно, музыкант. У него, кстати, сдвоенная гитара, прикольно. Лес Пол какой-нибудь. Я, кстати, думал, по башне-то она мне сейчас, как, кстати, шмальнет. Ну чё? Давай, котенок. Хбам! Ты просто красавец. Здесь можно? Хрен тут ничего. На, ёперный, налево. Жирный, справишься со всеми? Ну, слишком медленный. Я торгов. Торнадо чувак. Так, есть туда. Ну, а там нимпа, конечно. О чем речь? А тут, походу, нужно всех задействовать. Еще одну. Бам! С кулака рыжий, молодец! Так, все, у нас нимпа полная. И
Единственное только. Здесь что нам делать нужно ли? А, нормально. Торнадо мужик пропадет. Вот это мы офнем. И главное, теперь уже не взять случайно. Да, нимфа. Та-та-та. Стой, я торгов. Не, хорош. Так, ну здесь, видимо, полет предстоит. Ух, ни хрена себе, пошел! Аж тебя заглючил немножко. Неки, гоу! Ах, красота вообще просто неимоверная. А тут наверх можно? Стой! Неки, прошу! Неки, прошу тебя! Неки! Не! Неки! Подожди! Да не кидайся ты, затрахал уже! Дай мне теорию проверить! Теорию струн! Я не допрыгиваю, просто не допрыгиваю. Может быть, я Таро? А нет, почему? А, у нас кончилась наша хрень! Ёкерный начин 4 человека. Но нам врежет, нам врежет! Пошел ты в жопу. Это было грубо, это было очень грубо. Ромашка готов. Нельзя. Бам! Готов. Жизней мало, сходить, что ли, за жизнями нет. Себе дороже. Оранжевый ниндзя, бам. Три сердца, они выпал. Да не нужна нам нимфа, давайте сердце мне нахрен. Черт. Сложно. Неки. Я так и думал. С двумя сердцами, да мы не вытянем. Я должен был убить рыженькую девочку. Никита все равно, наверное, на инди переключился. Ах ты, суку! Пиздец нам пиздец. Хотя нет, тут еще не конец уровня. Еще может быть. Серьезное дерьмо. Ай, красава! Ох, я дарочка вообще. Бам! Здесь надо что-то делать, здесь надо что-то делать. Нельзя так это все оставлять. Пизда, рулю! Одно сердце, мы не вытянем катку. Хотя у нас есть еще... Что у нас еще есть-то, господи, о чем я вообще толдычу-то? У нас еще жизнь есть. Даже две. Ой, сердечко надо. И теперь валить. Вниз, бим! Наверх! Стой, бам! Пошел я, Тара, красава! Я горжусь тобой. А вот сюда мы, наверное... Не залезем, нет, это надо быть как Неки, Так, ну чё, вертолетмен? Он не хочет лезть в вертолетную тему. Так, ну, наверное... Нет, мы, конечно, задолбемся ждать. А нам пригодится эта хрень. Ох, пригодится. Неки, наверное, все это сожрет сразу. А там можно будет безопасно выпрыгнуть сюда? Или нужно будет возвращаться обратно? Какой смысл тогда я возьму эту штуку и... Не, мы по-другому сделаем, Я даже, в принципе, и думать не хочу. Перериди! С кайфом. Красава. Толстенький красава! Вообще красава! Блин, три сердца. Не знаю, вытянем или не это.
взлететь и включить плавающего. А он, получается, Магнус, он, получается, взлетает, и он бьется башкой об воду. Он в воду не летит. Вот оно что. То есть, если только взлететь, отключить пропеллер, и он тогда на секунду окажется в воде, сразу на плаву... Дракон, все, Вася, Галим, Галим, Васим, убиваем, короче. Галим, Васим. Галя и Вася, кстати говоря. Хрена себе, вы что вытворяете? Подеремся. Ах ты, сука. Еще боссы будут, интересно. Да я не помню. Не, ну дракон дался нам дракон. О, какое все фиолетовое, красивое, замечательное. Привет. Суперкурочка, нифига себе. Я хочу сразиться с суперкурочкой. Но у нас, наверное, не будет хп. Дали хп, но у нас нету... Нимпа нету. Куда его бить-то? Не знаю, куда его бить, друзья. Ай! Зря побежал. Ах ты, сука, какой! Наскок у тебя... Пахаре, членоед. Бжж, вылетели. А это не мы, это он. Мы ему нахрен бэм, и он щук. Он так с таким с пластырем даже полетел, заклеенный. Да ладно, фак мой мозг. Фак май лайф, я бы даже сказал. 11 уровень. А, лесу-то мы еще не завалили. А я думал, все, каточка выиграна. Охренеть. Тара-пи-пи. Вот что значит, игру проходил один раз. Не помню. Ни черта. А, что дальше? Дальше что у нас? А что у нас по чатику? Надо чатик почитать хоть чуть-чуть. А то вдруг мне писали... Так, никто не пишет. Так, Магнуса я прочитал тогда еще. Ага. Ну все нормально. Народ между собой общается, и это отлично. Это отлично, я считаю. Та-та-та-та. А, Ятара, наверное, опять? Может, дадим шанс Сукаше? Ну ладно, даже если сольем, хрен с ним, жизнь дополнительно есть. Так что, с кайфом. Ох, нихрена себе! Что это творится? Сукаш пошел. Тут вообще расколбас. Жесткий. Да пошел ты нахрен. Котел! Котел меня сбросил с вершины пьедестала. Надо было подождать надо было. Музыканты. А, Зак Уайлд. Хорош. И Брайан Мэй. Стоп, девочка, прости меня. Бам, нет, стоп, эсики. Вот это другой разговор. Он пропал. Я с ним не добился еще. Ай, нет, я думал, упадет по морде и уже заранее айкнул. Хотя на самом-то деле... Вот это народ, вот тут вообще махачи творятся, страшные. Я готов биться с вами до конца. Бам. Здесь надо было брать Ятару.
Не вывозит, не вывозит здесь Сукаши. Слишком он медленный. Тут надо быстрота принятия решений. Гусь в обратную сторону побежит. Я знаю, я это почему-то помнил. Почему я... Мне надо нинпа. А если я спущусь вниз, тогда все. Трындец у меня там. У меня два сердца всего. Можно вытянуть, конечно, попробовать. Но не знаю. Так. Никита пишет: Рома, пока нет DS2, я буду в чате. В смысле? То есть, как только DS я включу, получается... ты уйдешь, что ли? Ты не можешь меня бросить, Никита, в DS2, тем более, как я там без тебя? Блин, вот Магнус говорил, да, про Ятара, то, что надо было в этом уровне брать. Магнус был прав. В принципе, я тоже уже осознал это. Так, Импактик спрашивает, Рома, за кого думаю пройти Street Fighter? Я думаю, за всех сразу. А вот за кого концовку буду смотреть, не знаю. За кого получится Эмбайсона победить, за того и пойду. Вообще, у меня любимые, это Рюша с Кенчиком. Чан Ли. Как-то так. В общем, самые популярные. Популярные самые. И Хонда, кстати говоря, охеренный тоже. Так, 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 так. Вот оно что. Я тебя понял. Все, Никита, я понял то, что ты пишешь не мне, а чату, потому что пока что не DS2. Как только включу Dark Souls 2, будешь мне орать. На меня орать даже, наверное, больше будет похоже. Ну ладно, мы продолжаем. Жесткое задротство, конечно, но какого хрена? Да пипец, я махаю этими своими хреновинами, а птица все равно меня взяла. Бам, спокойненько. Раз, пузырь, два. Надо, тут есть последовательность. Раз, два. Раз, бам. Два, бам. Я пошел, бам! Да сука ты пшивая! Пиздец какой-то. Пиздец! Ятара, все, уничтожаем всех. Я сейчас так зол! Тихо! Бам! Бам! А бам! 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 Бич! Ну ладно, котел-то мы сдюжим. Ух! Отличный уровень! На самом деле, он такой челленджевый, в общем-то. А это хорошо. То есть вся игра была такая подготовка к последнему уровню, и это здорово. Вот, Ятара здесь, да, тащит вообще. Каточки! Нам в любом случае надо брать нинпа. Ну, как ни крути, круче не найти. Ятара быстрый, Ятара быстрый. Гусь, на нахрен отрубим тебе шею. Я пойду вниз в любом случае. Все, вот теперь. Так, Катю офнули. Торнадо Мэн. Спокойно, спокойно, спокойно все делай. Все сделано как надо. Профессионально практически. Бам, хорош. Все, бежим, 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 бежим. Бам! Ты нижний хрен паршивый! Я чуть не свалился вниз. Я думал, все, смерть ожидает меня, но нет, пока живем. Вполне возможно. А, это уже конец. Я помню, помню этот коридор. Он финальный. Уровень небольшой сам все. Бам. Да, 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 да.
За Кена проходить, Impactic, ты думаешь? Ну, я буду Кеном играть в любом случае. Во, крутой чувак. А он, кстати, сложный. Да-да-да, надо тут паттерн нужен. Я уже вижу, где ты появишься. Скотина. Не успел. Вот он здесь появится, здесь прям при мне, прям передо мной. А его можно отхреначить, в смысле, прям по лицу? А чё он такой быстрый-то? Я не понимаю, надо ждать его, где-то ждать. Бам! Нет, хрен на лысого. Уворачиваться внизу. Когда он летит, его не задамажить. Задамажить только, когда он появляется. Как так-то? А как я буду знать-то? Чё-то я пока не вкуриваю. Надо бить наугад? Всё, я понял. Пизда тебе, блядь. Бегом. Да что ты скатываешься все время? Ниже плинтуса. Нормально все. Да фак, зачем я прыгнул второй раз? Я тогда пошел. По новой? Да ты что? Я думал сразу с босса. Ну ладно, у нас нулевая жизнь. Если мы сейчас не закатываем, то все, это конец. Но у нас есть преимущество одно очень хорошее. У нас уже собрана ульта. И я понял, как валить босса. Поэтому все будет вообще изи. Бам. Как мне нравится эта игрушечка-то маленькая. Хорош, офнули. Чё-то я в чат отвлекся, а тут красивая девочка меня уже и это... И приняла, так сказать. Ну ладно, красивая девочка это... Это ладно. Ну и главное, Нинку не просрать. Не должны. Бам, хорош. Как ты, почему ты сверху-то полетела? Я что-то понять не могу. Птица нахрен тупорылая. Да какого, мать твою, члена? Сердце ждать бесполезно, я так понял, да? Пошел! Он, кстати, по мне не попал. Это хорошо, а мог бы. Здесь надо крайне осторожно. Если мы еще потратим сердце, это будет вообще фейл. Ладно, пошли сразу, пошли. Так. Ага, хрен тебе, понял, урод. Пошел нахрен, сказал тебе. Попал. Зачем второй раз? Вот здесь теперь нельзя прыгать. Па-па-ра-па. Тар-т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 ар. Ладно, раскатился в самые низы, значит нормально. Все, стой, ну не бегай ты. Ну?
серьезным лицом надо это дело праздновать. О, теперь в последней катсцене 4x больше взрывов. Ну все, нас там благодарят, боготворят. Мы всех спасли. И я, наверное, думаю, что котов ниндзя-то затащили мы в итоге-то. Пришлось, правда, в последнем уровне. Но нормально. Эй, прикольно. Я Таро. Бурурум. И сукаши. Клевые они на самом деле. Коты и кошечки. Вот этого я не помню, как зовут чувака, но, в общем, он крутой, он мне тоже нравится. С лисой так и не смахнулись. Я же помню, что финальный босс не лиса. Ну и ладно. Так, что у нас по чатику? Так. Рома читает сообщение выше, предложил их по поводу игр. Сейчас прочитаю. Так, Рома молодец. Инди, спасибо. Червяка Джима или супер мясного парня пройти нет желания? О, Червяка Джима есть желание пройти первого. Как-нибудь. Второго я что-то не знаю. Что-то у меня прям ко второму Червяку Джиму какое-то такое отношение. Я его люблю, но проходить почему-то не хочу. Вот как-то так. А первого я бы попробовал. Тем более, что я его проходил на PlayStation 3. HD ремастерит который. А вот на Сешку хотелось бы пройти сегодняшнюю версию, да. Как-нибудь обязательно пройду на стримчанском. Потому что... Как-то... Робинс говорит, ну зачем ругаться, в игре просто пляж. Ой, нет, я не люблю. Пляж это слишком хорошее, чтобы ругаться этим. Так, ну все. В принципе, вот как-то вот таким вот образом, дорогие друзья. Ромашка Стелс затащил очень легкую игру. Есть повод для гордости. Затащил ее второй раз в своей жизни и, в общем, чем доволен. Вот, ну и... Наверное, на сегодня с олдскулом все. Сейчас делаем перерывчик 5-10 минут. И я погружаюсь в мрачный мир Dark Souls 2, дорогие друзья. Как-то так. Кому будет интересно это посмотреть, жду всех здесь, обратно у себя в чатике. Кому будет неинтересно посмотреть, тем, в общем-то, приятного выходного и приятного дня. Такие дела. Ладно, Ромашка Стелс пошел на перерывчик 10-минутный. И увидимся как раз-таки совсем скоро. Ладно, не уходите совсем далеко. Скоро вернусь.